21 августа Татарстан посетила Ирина Бокова, генеральный директор ЮНЕСКО. Целью визита стало обсуждение перспективы включения астрономической обсерватории имени Энгельгарта КФУ в список всемирного наследия. После торжественного открытия в Свияжске специального знака, официально подтверждающего вхождение в список всемирного культурного наследия Успенского собора острова, гости вместе с государственным советником Республики Татарстан, главой фонда возрождения Ментимером Шаймиевым и заместителем генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергеем Савельевым посетила загородную обсерваторию КФУ, которая также может получить статус всемирного достояния. Вы можете найти тоже свои знаки зодиака и узнать, кто из себя кто представляет. Ректор КФУ Ильшат Гафуров лично представил комплекс астрономической обсерватории, ансамбль исторических зданий и уникальное оборудование. Прежде всего, ректор заметил, что именно здесь была открыта первая на сегодняшней территории Российской Федерации кафедра астрономии. Поэтому не случайно множество выдающихся ученых-астрономов трудились в ее стенах. Потенциал объекта университета, как возможного кандидата на статус памятника ЮНЕСКО, был раскрыт с новой стороны. Его обсуждение состоялось после осмотра обсерватории на площадке входящего в ее комплекс планетария КФУ. Здесь, мне кажется, действительно, что это исключительно интересно. Это во-первых, история науки, так сказать, но также культуры. Так что мне кажется, что действительно, может быть, надо вас немножко так поощрить с нашей помощью, с помощью, конечно, национальной комиссии, ученых, немножко как-то поработать. О готовности поддержать в этой идее Казанский университет и все научное сообщество России уже высказала госкорпорация «Роскосмос». Об этом заявил заместитель гендиректора ведомства Сергей Савельев. Несмотря на то, что этот путь обещает быть долгим, такую возможность упускать нельзя, подчеркнул ректор. Включение как объектов культурного всемирного наследия всего того, что было сделано нашей страной в освоении космоса. Может быть, нам удастся объединить эти два проекта, что, в принципе, тоже возможно. И вот сегодня обсуждались сами подходы. Да? И то, что руководитель, генеральный директор ЮНЕСКО внимательно послушала и дала как бы отмашку, говорит о том, что мы уже с этими заявками начнем работать. Включение в список всемирного наследия позволит не только сохранить, но и развить инфраструктуру обсерватории. Ведь в ЮНЕСКО особенно ценят возможность сделать патронируемые объекты центрами популяризации своих идей. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универньюз.